Мы его кормили. Поили. На утро, когда он захотел писать, он пошел в ванную, умничка, пописал на полотенечко, не стал посреди комнаты, да, гадить. А когда захотел какать, то попросился на уличку. Мы его отпустили, а вот сейчас опять его пошли, забрали, да? Да. Я его нашла. Да. Давай, ложи его сюда на кроватку. Где вы его взяли? Мы нашли его на улице. Нашли его на улице. Напоминаем, что мы сейчас в Турции. Да. В Алании. Ложи котенка на диван. Вот такой котенок. Да, он был очень голодный. Мы его покормили. Каролина, ну давай отнесем его на балкон. Да? Да. Покажем, где он у нас кушал. Он у нас уже целый день переночевал дома. Да, вот он. Он тут кушал. Такой. Да, вот тут вот мы его кормили. Поили. На утро, когда он захотел писать, он пошел в ванную, умничка, пописал на полотенечко, не стал посреди комнаты, да, гадить. А когда захотел какать, то попросился на уличку. Мы его отпустили, а вот сейчас опять его пошли, забрали, да? Да. Да. Давай, ложи его сюда на кроватку. Давай покажем нашего котеночка, хорошего ребеночка. Вот такой котик красивый. Маленький. Да. Мама сегодня проснулась, а он с мамой спал. И с бабушкой. И с бабушкой. Вот такой вот он. И топтал. Угу. Массаж делал. Массаж делал. Вот моя кроватка на ней какой. А ему-ка тут классно. А он уже 3 раза на моей кроватке лежал, спал. Всем привет. Привет, я на канале Камила и Каролина. Вот, вот такой вот у нас котенок. А вы допишите нам в комментариях, находили ли вы хоть раз котенка на отдыхе. Если находили, то кормили вы его или забирали к себе на ночевку? Да. Мы всегда, когда находим котенка, да, на отдыхе, мы всегда его стараемся покормить. А в этот раз он такой маленький просто попался, что мы его решили взять к себе пока временно. И маленькие. Угу. Тут очень много котов. Угу. Как наш Кузя почти. Да? Угу. Всем пока. Подпишитесь на наш канал и нажмите на красную кнопочку и на колокольчик. Вы где-то выходите на новое видео или нет. Пока-пока! Пока-пока! Подпишитесь на наш канал. Пока-пока! Пока-пока!